בוקר טוב שלום לכם, דבר זמן מסוים מהלכות חנוכה, אסון שדברי תורה נשמת כל הפנים ולכל המאבית הרדושים, מורך מי מורך בית זה פה, אז עד המטר ופעד המטר, שלום ארץ בעולם. כמו שתודה לרן שבו לבית ששתו חנוכה לסביציניק, זה שגלי ופחוד אבדון. Теперь, на каком это место его? Сегодня мы все зажигаем внутри, ставим окна. Место ханукального светильника или ханукальных свечей. Высота его, сколько должна быть, говорит Аллаха, что желательно поставить его на высоту эти свечи 10 кулаков. То есть 80 сантиметров или 1 метр. Если человек поставил свой ханукальный светильник, он такой огромный, выше 10 метров, он мицву не исполнил. Должен потушить и снова зажечь, но уже без благословения. Ниже 3 кулаков, 30 сантиметров, 24 сантиметров, тоже эти свечи ставить нельзя. Если поставил ниже, нужно потушить и зажечь, но в крайнем случае, даже если он этого не сделал, он мицву исполнил. То есть выше 10 метров он мицву вообще никак не исполнил, должен потушить и зажечь. Сегодня есть люди, которые живут в билдингах, сколько это 10 метров? 3 этажа, 4 этажа. Кто живет на 6-м, на 10-м этаже? Есть, которые говорят, что также где ему поставить. Все равно мы говорили, что лучше всего ханукальный светильник ставить у входа. Но сегодня мы ставим на подоконник. Если напротив него есть билдинг, тогда люди видят эти свечи из билдинга, который напротив. И даже если у человека подоконник выше, чем 10 кулаков, можно поставить, то есть от метра и до 10 метров, это любое место, которое подходит для того, чтобы поставить ханукальные свечи, и он выходит. Идеальный вариант по Кабале это, чтобы он был на высоте 70 сантиметров. Поэтому если вы пройдете по улице, и кто-то зажег на улице, и вы увидите, что ханукальный светильник, свечки очень низко стоят, он ничего не нарушил, так закон. Это идеальный вариант. Но мы все зажигаем, сегодня живем в квартирах, живем в домах, мы зажигаем его на подоконнике. И подоконник сегодня высота примерно метр, немного может больше. Все мы с этим подоконником выходим. Главная идея, как мы сказали, чтобы этот светильник, эти свечи было видно, и люди знали, какой сегодня день Хануки, второй, третий, четвертый и так далее. Амин ве амин.